сегодня великий праздник, День Победы, так что с праздником вас. А мы сейчас пришли с утра пораньше на пляж, но тут еще все только начинается, еще рано, 6 часов утра, самое начало 7-го. Хотя проснулись очень рано, была тьма кромешная. Так что мы сейчас находимся на бичу. Ничего другого я не придумала лучше, как снять то, что у меня в сумке находится. Еще раз покажу, что сегодня праздник, сегодня 9 мая. С праздником вас, дорогие россияне, все, кто смотрит мой канал. И сейчас я хочу показать все, что взяли с собой. Ну, может быть, что-то я забыла и в номере осталось, но в основном постаралась взять то, что привезено, и чем я буду пользоваться, расскажу об этом. Так, ну, во-первых, остатки масла кокосового, которое у нас дома использовать очень сложно. Здесь через некоторое время оно растает, и что для загара, что после загара, оно будет очень хорошо использоваться. Взяли, вот перелила я в такую бутылку, просто потому, что ее использовать удобнее. Но здесь кокосовый лосьон, то есть вот это вот сродни. После загара будет очень хорош. Много не понадобится, поэтому вот половинку вот этой банки я налила. Ну и когда меня спрашивали, что же я возьму с собой, я сказала, возьму сингапур. Так оно и получилось. Вот гель-спрей. Незримая вуаль на все случаи жизни, и как уходовое средство, и как гигиеническое средство. И сегодня как крем для лица тоже использовала. Вчера уже понадобился восстанавливающий гель с аргинином, потому что день был достаточно насыщенным. И продемонстрирую в кадре свои ноги, которые понатерла. Вроде и по песку нигде еще не ходили, но тем не менее, так что вот гелем спасалась, и также спасалась вот этой вот биологическими перчатками. Для ног просто брать не стали, а перчатки вот эти, и руки для дезинфекции, и ноги для заживления, тоже все это понадобилось. Ну, безусловно. Крем для рук, так как вышивка еще хоть немножко, но присутствует. Остаток этого крема замечательного, к сожалению, нет такого уже в каталоге. Но, тем не менее, у нас еще остаток был для того, чтобы перелить сюда потом какой-то бальзам, не в стеклянной банке везти, а в пластиковой, это будет удобнее и легче. Вот взяла дотратить этот крем. Также увлажнение здесь не нужно, потому что влаги более чем достаточно, и сухости нет никакой. Мгновенно кожа преображается, но тем не менее антивозрастная сыворотка с аргинином, вот она с собой. Ну, это безусловно на каждый день, и никуда без этого не обойтись. Дальше. Остаточек вот такого вишневого конфитюра в банке. Для тела после загара тоже очень здорово, вчера уже испробовано, но самое главное, что это легкая банка, куда тоже бальзам будет перемещен. Здесь находится тоже в легкой такой баночке, это порошок для стирки, наш обычный коперниковский универсальный порошок, этого будет более чем достаточно, чтобы содержать белье в чистоте. Это не только для губ, но и для ушей, поскольку сгорает мгновенно кожа на ушах. И вот очень хорош облепиховый вот этот бальзам. Ну и для... Оказывается, не все взяла. Такую вот чернику. Черника взята. Разводим с водой. И для удаления жажды вот так вот замечательно. Для профилактики различных желудочно-кишечных расстройств, ну и просто для того, чтобы освежиться, это Монарда. Ну, к сожалению, видно на самом деле, я покрутила, нет, не вижу с собой, но там еще и Десель, и Эдлес, и бальзам для улучшения состояния здоровья. Это все будет попозже. Не захватила я с собой. Остаточек мыла, апельсин.
мороженого помыло, оно, собственно, отсюда привезено и сюда вернулось, чтобы закончить свое существование. Дома оно тратилось, тратилось никак не затратилось. Ну и вот замечательные щетки, чтобы здесь их уже и оставить. Посмотрите, насколько видна разница. Это было чаще в использовании, поэтому она практически уже белесая. И вот такая зубная паста, это малюсенький вариант. Видно. Стандартная баночка, в два раза больше, это вот такая вот маленькая. Вот откручивается сухой щеткой, берется эта зубная паста, и замечательно. Ну, в общем, видимо, вторая серия предстоит этого видео, потому что то, что взято для, ну, может быть, не питания, а и в том числе для функционального питания, для здорового питания, не взяла. Поэтому от бассейна из номера, или не из номера, а из отеля, будет вторая часть. Ну, а сейчас отправляемся в море. Всего доброго!